Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 4 июня, 5 часов 15 минут утра. У меня сегодня снова рабочий день. Кофе приготовила. Подготовилась к видео чуть-чуть позже. У нас все нормально. Свет, газ, вода, связь есть, все потихонечку работает, все в режиме. За вчерашний день и ночь у нас было 5 воздушных тревог. Первая тревога была до обеда, и 4 тревоги были уже ближе к ночи и ночью. Вся ночь была тревожная, тревогу отменили только вот без 25 утра. Снова тревожные сообщения приходят из Днепропетровска. Там пострадали люди, разрушен дом. Очень тяжело, конечно. Держитесь, друзья, держитесь. Мы очень-очень надеемся, что война скоро закончится и будет мир. У нас сегодня подхолодало, прям вот прохладно. Я вот сижу, мне даже думаю, наверное, кофточку нужно одеть. Вроде в квартире на градуснике 21 градус, но окна открыты, на улице ветерок. А программка показывает на улице 11 градусов на сейчас. Вот самое большое обещают 22 градуса, посмотрим. Ну, намного прохладнее, чем вчерашний день. Сегодня, друзья, большой праздник, Троица, Святая Троица. Хочу в этот праздник всех поздравить. Конечно, всем мира, здоровья. Пусть ваш дом будет защищен от всяких невзгод. Ну а сейчас, друзья, как и обещала во вчерашнем видео, передаю приветы. На первом месте, вот прям практически в десяточку за ответ по мультфильмам, это Наталья Пундева. Наталья, привет вам огромный. Спасибо, что приняли участие и отгадали все мультики. Было очень-очень приятно. Первый мультик «Ничуть не страшно». Второй мультик про муравья. Это мультик называется «Путешествие муравья». И третий, конечно, Петрик Пяточкин. Спасибо огромное, Наталья. Также многие два мультфильма отгадали. Инна Передерей, она написала «Путешествие муравья» и «Петрик Пяточкин». Инна, привет вам тоже большой. Пусть даже, знаете, не полностью все три мультфильма, но мне приятно, что вы приняли участие. Надежда Бурмистрова, привет вам тоже. Надежда отгадала мультфильм «Ничуть не страшно» и «Путешествие муравья». Алена Тимофеенко, привет вам огромный. Алена отгадала Петрик Пяточкин, ну и «Дорога в муравейник» или «Путешествие муравья». Во многих мультиках почему-то есть два названия. Так, наверное, у меня тут... Так, если я ничего не попутала, то... Два мультика вот больше никто не отгадал. И очень многие отгадали, конечно, Петрик Пяточкин. Это любимый мультик многих-многих. Юлия Ивочкина отгадала этот мультик. Ольга Назарова, Вика Гречанка, Наталья Журавлева, Максим Старичок.
и Светлана Добрава из Днепропетровска. Они угадали, Петрик Пяточкин. А, извиняюсь, Наталья Журавлева не Петрика Пяточкина, а путешествие муравья отгадала. Немножко тут. А также Лариса 14, ну так подписан канал. Также она отгадала мультик «Совсем не страшно». Ну, или он называется «Ничуть не страшно». Вот. Привет вам огромный. И Мэри Поппинс, тоже так канал называется, тоже отгадала этот мультик «Ничуть не страшно». Вот. Спасибо, друзья, всем, кто ответил, было очень-очень приятно. Я вчера на работе захожу, такая в комментарии читаю, а у меня муж уже отвечает на комментарии по поводу этих мультиков и пишет название мультиков «Ахинея» там еще. Я уж думаю, что за ахинея? Ну, никогда не встречала в названии такое слово «ахинея». Потом мужу перезваниваю, говорю, а что ты написал, говорю, в ответах ахинея какая-то. Говорит, ой, говорит, это Т9. Говорит, сейчас зайду и исправлю. Так что, друзья, кто там прочитал про ахинею, извините, да, когда спешишь, пишешь и не проверяешь то, что написал, так и получается. Т9, конечно, иногда такое бывает, выдает. Так что, друзья, еще раз вам огромное спасибо, с праздником и всем хорошего мирного воскресенья, кто работает легкой работы, и всем хорошего дня. Я продолжу пить кофе, монтировать видео, собираться на работу, а вы, друзья, продолжайте смотреть дальше. Всем привет-привет! Здравствуйте, мы опять за столом. Кто голодный, присоединяйтесь. У кого нет аппетита, он обязательно появится. Открывайте, вернее, трусите холодильники. Потом открывайте и убегайте, потому что все, что раструсили, может упасть. Да. И не удивляйтесь, что когда вы откроете холодильник, а там оказывается свет есть. Это блондинки такая, ты знаешь, куда свет девается, говорит, когда выключают? Куда? Говорит, под, иди сюда, открывай холодильник, вот, видишь? Когда ты свет не просто он вырубается, а когда просто выключил Да. свет в комнате. Неважно. В комнате, где угодно. У нас сегодня вермишелька и подливка, которую вы видели в предыдущем ролике. Очень вкусно получилось. Мы вот так Лаврушка. заготавливаем. Да, Артур любит лаврушку Ну, я облить. всегда, когда ее вот достаю, лаврушка, зажуем. Помни, как дед Митя говорил? А я не люблю ее. Я вот как-то раз попробовала, она такая горькая, такая гадость. А слышала тех, кто 100 грамм пьет, и чтобы не было запаха, да, жевали лаврушку. Думаю, боже, какая гадость. Так, я же тебе сейчас это и сказал. Ну, я вообще говорю то, что не задеть ничего. Там я ни при чем здесь Митя, я при том, что лаврушка зажуем, после, они ж, после принятия по горячительных 50 грамм, говорит, зажуем. Да, они чай пили. В свое время и мускатный орех водители в кармане носили, когда, ну, бывало там с похмелья после дня водителя, это день водителя каждая пятница. Потому что они мускатный орех, чтобы погрызть, тогда вообще перебивает запах алкоголя. Сейчас мы вас научим, те, которые не пьют. А потом, помните, появился антиполицай такой, драже специальный, который тоже после похмелья, либо когда ты перегаром принял две драже, и у тебя перегара нету. Да? Было и такое, да. А сам на ногах стоять не можешь, да? Не, ну да, оно уже не помогает. В смысле, не помогает? Когда ты на ногах стоять не можешь, оно уже тебе не поможет. Итак, есть такой анекдот старый, когда гаишник останавливает водителя, а тут, ну, на мотоцикле такой, едет по дороге вот так вот, ну тут видит пьяный, останавливает его. Вы пьяны? Он говорит, нет.
А ну дыхните, он. Не вопрос такой. Тут такое непонятно. Ну я вижу, вы пьяны. Он. Нет. Ну а ну еще раз дыхните, он ему. А яичник такой обеденный. Ну не понимает, в чем дело. Он видит реально, тот готовый, никуда. Он, а ну еще раз дыхните, он. Да блин, да что ж такое? Говорит, слушай, говорит, давай я тебе дам, говорит, 10 рублей. Ты мне скажешь, как ты это делаешь. У тебя перегара нет, ну я ж вижу, ты пьяный. Ты знаешь, я вот перед тем, как ехать, взял в клизму, набрал и сзади. Ну и мне хорошо, говорит, а перегара нету. Он, тут твою мать, на тебе, говорит, 100 рублей, говорит, только ты никому не говори, а то нас заставят жопой нюхать. Ну, ну и что, это ж... Из песни слов не выйдешь. Ой-ой-ой. Вот так вот люди с перегаром борются. А ты, Лаврушка, зажуем, зажуем. У Артура сегодня были приключения на базаре. Вообще в шоке. Не, ну я первый раз с таким столкнулся. Я ехал, думаю, заеду, куплю картошки. Дома картошка кончилась, в ВТБ мы сколько, несколько дней ходили. Не ахтецкая такая. Ну, думаю, заеду на рынок, куплю. Заехал, походил, посмотрел, там выбрал у одной девушки. Подхожу, говорю, можно мне, не, сколько в сеточке? Она говорит, ну, говорит, 10-11 килограмм в сетке. Ну, в принципе, давай. По 10 гривен, ну, как бы нормально. Она мне взвешивает, говорит, 94 гривны. Я говорю, ну, в принципе, неплохо. Ну, я встречный вопрос ей. Говорю, там вес точный? Она, да. Я говорю, мне не стоит обратно, или не придется обратно проезжать. Она, ой, вот это из-за 10 гривен приезжать обратно. Я говорю, в смысле? Ну, вам честно взвесить? Я говорю, да, мне честно взвесить. Она взвешивает 82 гривны. Понимаете, на ходу 12 гривен с сетки картофеля. Я говорю, ну вы же поймите, блин, ну, к вам так люди ходить не будут. Вы сейчас мне по-честному, я в следующий раз уже приду к вам. Если ты хочешь, я тебе дам там лишние 2-3 гривны. Я знаю, что ты дуришь и скажу, отнимай сразу 10 гривен. Да, что, я всегда говорю, ну если ты так это самое, ну скажи, я тебе так дам 2-3 гривны, елки-палки. Зачем вот так вот в наглую дурить? Передо мной дедушка пол капустины покупал, за нее что-то 64 или 65 гривен отдал. Понимаете, цена космическая. Я такой потом у себя в голове думаю, ты, а сколько ж она ему на капусте насчитала лишнего, понимаете? Ну как вот так вот можно на рынок ходить? Просто в наглую такую строят людей по полной программе. А потом еще говорим что-то о нашем правительстве. Да. Не знаю. Она говорит, покупайте точный вес в супермаркете. Да, говорит, берите в супермаркете. Нормально. Человек торгует на рынке, который заинтересован продать свой товар, придите в супермаркет. Ну, она скорее не свой товар, а на реализатор. Ну, может быть. Потому что кто своим торгует, такое делать не будет. Но мы и так всегда покупали в ВТБ. Картошка была хорошая. Этот раз картошка никакая. Мы решили попробовать на рынке. Вот такая, друзья, история. Поэтому кто покупает овощи на рынке, в том году нас надурили на помидорах. Да, мы купили килограмм, домой пришли 700 грамм. Ну это нормально? 4 помидора. Это просто в шоке были. Я говорю, надо ходить уже на рынок. Я вот заказал, сейчас должны прийти весы новые. Буду с весами ходить. А что, по-другому не получается. Потому что ты уже реально знаешь, что там дурят по полной программе. Ну как так? Задавайте всегда вопрос. Весы правильные? Не придется сейчас вернуться? Тогда немножко начинают суетиться продавцы. Не хотят лишней огласки, не хотят скандала. Мне нравится их фраза, когда ты уже задаешь им вопрос, вес точный, ну идите у другого покупайте. Это уже понятно, что у нее уже там или у него уже накручено, понимаете? И мало того, большинство продавцов весы стоят в стороне. Ты даже не видишь, что тебе взвесили. Ну да. Ты даже не знаешь, какой там вес. Она на бумлазере может тебе сказать, и все, сколько там получается. Потому что в основном все математику знают неплохо. Когда они видят вес общий, они сразу в голове прикидывают плюс-минус, какой должен быть эквивалент в деньгах. Ну так там же они же электронные, они выставляют, и сразу видишь и цену, и вес. А ну, да. У нас не видно на рынке. У нас еще так, наверное, пальчиком поддерживают, чтобы вес был побольше. Поэтому я говорю, что сейчас такое время, а с другой стороны,
Там всю жизнь дурили на рынках. Ну просто одни дурят там 20, 30, 50 грамм. Это не сильно заметно, и на это никто не обращает внимания. Но когда в наглую кило 200, извините меня, это, блин. Можно два дня кушать. Пишите, как у вас на рынках обстоят дела с весами, с продавцами. Может, это только у нас эксклюзив такой? Не говорите. А у вас все хорошо? Не, ну мы хотим, чтобы у вас было все хорошо. Мы редко ходим на рынок покупать после помидор. Да. Но иногда приходится не все, что можешь купить в супермаркете. А сейчас начнется ягоды, начнутся овощи, начнут люди свое продавать, выходить дедульки, бабульки. Хочется такого вот грунтового домашнего купить. Именно. И, конечно, выручить людей. А дедульки, бабульки я и так дам. Как всегда, всю жизнь давала. Да, у них мы не проверяем, а вот те, которые стоят с машин, перекупщики. Я никогда для дедушек, бабушек ничего не, ну, не жалею. Даже если там выходит, ну, образно будем, скажем, там, к примеру, 18. Я даю 20 без сдачи, без ничего. Ну, чтобы человеку не так обидно было. Потому что он свое вырастил, он торгует, он пытается как-то прожить. Водичка побежала. Поэтому я жарю. А эти крахоборы, блин, такие хапуги, просто не знаю. Говорю, и смех, и грех, да? Ну, приятно хоть созналась, говорит, вам честно здесь. Такого цирка еще не было. Было-было, такого не было. Молодец. На таких поступках люди начинают немножко исправляться. Дай бог, чтобы это так и было. Ладно, друзья, мы продолжим ужинать. Спасибо, что этот вечер были с нами. Нам очень приятно. Всех крепенько обнимаем, целуем. И до следующей встречи в моем дневничке. Всем пока-пока. Обнял, поднял, поцеловал. Бай-бай.